Так, 13 июля 14 год, 15:32 по Киеву. Посмотрел я на веб-камеру, не поверил своим глазам. Час назад стояли под памятником Ленину через кордон милиции два митинга, проукраинские и про, не знаю, с красными, с черно-коричневыми знаменами. Ага, вон они, вижу. Не вытеснили, просто оттеснили в сторону. Это украинские. А вон, куда выдавили красные и черно-оранжевые флаги. Где-то минут 40, наверное, назад. Они стояли, ну, буквально вот по левую и правую сторону перед Лениным через небольшой кордон милиции. Значительно прибавилось патриотических флагов. Час назад их было поровну. Да, вот такое неурочное время. Никаких сегодня вечер, никаких митингов не намечалось у патриотических украинских сил. На тебе. Ну, сейчас посмотрим, как будут события развиваться. Флаг там знатный. Рабочая партия. Серпомолот, понятно. Учитывая, что все активнее идут разговоры о вероятности и необходимости запрета коммунистической партии в Украине. Думаю, будут какие-то суррогаты, клоны ее рождаться или пытаться. Это сделаем. Да, оттеснили, видимо, потому что, ну, совсем они уже рядышком стояли, в 5 метрах друг от друга, через фуражки милиция. Время комфорта и уникального места размещения у центрального парку міста. Подарують незабутній відпочинок всім, кому подобається спілкування з неймовірними дельфінами. Так, это флаг НАТО, я так понимаю. Траса з дивовижним краєвидом центру Харкова. Адреса готелю Небо. Слава!
тут совсем небольшое количество людей соответствующего возраста. Преклонного. Громадская самооборона. Я думаю, люди еще просто не просекли, что собирается народ. Потому что я совершенно случайно включил веб-камеру и увидел какую-то запредельную картинку, сюрреалистическую, возле памятника Ленина, я же говорю. Красные флаги соседствовали с украинскими. О, какая знатная футболочка. Харьков, 13 июля, 14 год, 13.07, по Киеву. Чуть в стороне красные флаги. Из-под Ленина их сегодня вытеснили патриотические украинские силы. Я думаю, это на подходе. А что, тоже провод вас возрастает? Да, да, да. Но там же в основном... Можно у вас взять? Да, конечно. Возьмите, пожалуйста. Спасибо большое. Я вчера как раз из Подонецка, за 30 километров. Ну, там ребята... Помощь армии от ГФ, ГСО, союзника. Помощь армии на сегодняшний день является одной из важнейших задач. Так, ну тут, наверное, адреса. Так, 13 июля, 14 год, Харьков, 15.59 по Киеву, ну 16. Мизансцена такая. Из-под памятника Ленина выдавили людей с красными флагами, оттеснили их в сторону. Были они часа в три вместе под памятником. Вместе с патриотическими силами, разделенные кордоном милиция. Ну, сейчас уже так. Периодически с одной стороны кричат «фашизм не пройдет», с другой стороны кричат «расизм не пройдет». Все это сливается в общий хор. Различить крики одних от крика других практически невозможно.
сегодня никаких, по крайней мере по соцсетям, никаких оповещений флагната. Вот тебе, пожалуйста, еще из чего-то новенького. Я, по крайней мере, раньше натовского флага здесь не видел никогда. Может и был, я не замечал. Может, не попадал просто. По социальным сетям никаких оповещений о сборе на площади сегодня не было. Даже наоборот. Ух ты! Есть Фиссарионович. Как живой. И усами шевелит. Ну, это рабочая партия. Что там? Украины. Нижняя строчка никак. А. Марксистско-ленинская. Опачки. Все, в визоре просто плохо мне тут. На экране будет удобнее, конечно, читать. Ну, вся в золоте. Рабочая партия Украины. Ну, молодцы. Отстаивают свои. Хоть триколора мне вижу. И то слава тебе, Господи. А то прям кощунством каким-то это выглядело. В воюющей с Россией стране. Видеть флаги страны, оккупировавшей часть территории Украины. Ну, просто какой-то маразм. Вот у нас, кстати, об оккупированной части флаг крымских татар. Я, честно говоря, даже не знаю, то есть это Меджлист крымских татар, или, ну, по крайней мере, точно прямое отношение к крымским татарам этого флага. Прямое отношение к крымским татарам этот флаг имеет. За это я ручаюсь. Посмотрим, как дальше развиваться события будут. Я же говорю, учитывая то, что не было оповещения в социальных сетях о сборе на сегодня. И вообще обычно собираются проукраинские силы возле памятника Шевченко, который в том направлении метрах в 300 отсюда. А сегодня вот уже решили выдавливать, наверное, пророссийские коммунистические сепаратистские силы с главной площади города. Поэтому здесь. Да, наоборот, даже говорили, что пока идет антитеррористическая операция, все активисты сейчас развозят продукты военным, как-то помогают, то есть мало кто в городе остался. Но тем не менее люди собираются. 13 июля, 14 год, Харьков, 16-18 по Киеву. Отошел я чуть подальше от места события, потому как там радио это орет, не слыхать ничего вообще. Так, знаешь, какая у нас расстановка сил? Где-то час назад, наверное, развели два митинга собравшихся возле памятника Ленину. Проукраинский митинг остался возле памятника Ленина. Про какое? Про краснознамение. Про сталинский. Там флаг Иосифа, с портретом Иосифа Виссарионовича. Рабочая какая-то партия Украины. Чуть вперед выдвинулась разведгруппа. Вот только что там было пару человек уже. Я смотрю, все больше и больше подтягивается. А.
Вон он, если Кесарев Иванович. Праздник большого футбола снова в центре Харькова. С 12 июня по 13 июля большой футбол. Никак его ветер не поднимет. Так, ну и про украинские силы. Флаг Украины, флаг НАТО. Большой флаг Украины. Флаг громадской самообороны, гражданской самообороны. Флаг крымских татар. Украине потребна надея. Уж не знаю, это вообще имеется в виду или надежда, та, которая лётчица, которую захватили ополченцы и переправили в Россию, в Воронеже сейчас. По-моему, Надежда Савченко. Савченко, не помню фамилию. Украинская лётчица, которую российская сторона заявила, что она беженкой пересекла границы Российской Федерации. Там была схвачена и обвинена в причастности к убийству российских журналистов на территории Украины. Так, вот там еще эта палатка гражданской самообороны Харькова с агитационными материалами, предложениями вступить желающим в ряды самообороны Харькова, внеполитическая организация, защищающая гражданский порядок на улицах и территориальной целостности Украины. Так, подтягивается опять памятнику Ленина. Ну, сейчас подойдем туда, дабы все это вживую наблюдать вблизи. Ну вот и милиция сразу реагирует, ну правильно, потому как это чревато. Вечер перестает быть томным. Информация для розыгрыша, вид починок для души. Спільна музика та корисні новини для ділових людей. Тільки бізнес та музика, що не заважає. Бізнес-радіо 106.6 FM. Сторонники Иосифа Виссарионовича остались на своих местах. Мы делаем рекламу, работающую с максимальной отдачей. Вашу рекламу увидят, услышат, поймут. А сюда подтянулись люди с одиноким. Рекламное агентство «Симон». Неожиданное решение. Ожидайте. Черно-коричневым флагом. Праздник большого футбола снова в не вполне понятно. С 12 июня по 13 июля большой футбол в ресторане «Континент». Большие экраны, душевная компания, огромный выбор пива и особенные закуски от наших поваров. Это не Рио-де-Жанейро, это «Континент». Пророссийские же силы, антиукраинские. Дом в центре Харькова, по улице Клочковской, 15 минут от метро «Университет». Доминион – это современные, уютные квартиры.
квартиры по доступной цене. Доминион, твое новое. Или просто георгиевская, макрогеоргиевская ленточка. А, антифашистка, он вижу. Материнский очи, как багато он может сказать тобі без слів. Для них щастя просто бачити тебе. Ми працюємо, щоб очі матері зірвали молодості. Офтальміка, сучасне лікування катаракти. Мебельний центр «Маржа», второй. Харків, 13 июля, 14 год, 16.53 по Києву. Ідут просто піршество, буйство флагов, стягов. Такое, такая солянка из абсолютно противоречащих друг другу политических сил, противоборствующих друг другу политических сил. И украинские патриоты. Черно-красный прапор правого сектора, ну может не правого сектора, но не важно, понятно. Флаг НАТО впервые я сегодня увидел здесь. Флаг крымско-татарский, крымских татар. И лик Иосифа Виссарионовича. Вот так. И красные стяги с серпом и молотом. Рабочая партия Украины. Марксистско-ленинская. Впервые сегодня тоже ее вижу. Ну, может, видел, не запомнил. И черно-оранжевый стяг. То есть это, я так понимаю, больше за ЛНР, ДНР. Ну, под памятником Ленину заняли позиции украинские патриотичные силы, патриотические силы. Там еще есть палатка, где гражданская самооборона Харькова раздает свою литературу, неполитическое обвинение за порядок в Харькове и территориальную целостность Украины. Ну, сочетание флагов, конечно, просто. Вот еще флаг гражданской самообороны Харькова. Ну, в общем, все довольно мирно проходит, несмотря на такую, как я сказал, эклектичность собранных здесь сил, стягов и позиций политических. Ну, нету российских триколоров. Я думаю, что именно этим объясняется относительно спокойствия собрания возле здания областной администрации. Милиции немного. И ребята явно совершенно спокойны. Никаких не ожидают неприятностей. Дай бог.